Наши соревнования продолжаются. Встречаются теперь Маэск. Они в белой форме. И банк ВТБ. Они в оранжевых манишках. И очень быстрое начало. Маэсковцы забивают. Ну, такой вратарский гол получился. Здесь голкипера не оправдать. И у банка ВТБ сегодня следующие результаты. Начали они с поражения от спецсвязи 0-2, зато потом со счетом 3-0 обыграли «Газпром» и «Энергохолдинг». Вот активно у них идет борьба против спецсвязи. Меняются они постоянно позициями в турнирной таблице. То одни оказываются выше, то другие. Сейчас банк ВТБ нужно пользоваться осечкой спецсвязи в матче против «Дня». Там, напомню, у нас была зафиксирована ничья. Остановка сейчас была, досталась вратарю Маэск, но после оказания небольшой помощи вернулся он на свою позицию. Маэск в контратаке. Дысенко рядом со штангой. Мяч пролетел после его удара. Угловой Маэск подает. Маэсковцы смотрятся поинтереснее по сравнению с соперниками. Больше мяч контролируют. Вот сейчас четвертый номер подсказывал, что его толкают руками, но... Такой спорный эпизод. Судьи дают бороться. Не при каждом таком полусиловом единоборстве дают свисток. Все-таки у нас достаточно высокий уровень команды. Здесь должна быть силовая борьба тоже. Маэск после трех матчей имеет в активе 4 набранных балла. Одна победа, одна ничья, одно поражение, 3 мяча забито, 2 пропущено. Поражение от Меридиан Энерго 0-1, ничья 1-1 с банком ВТБ как раз. И 2-0 победа над ВНИИ А. Так что неплохо себя команда показала в первом для себя туре. Многое получалось. Забивали, но в то же время, конечно, и пропускали. А вот сейчас мы увидели первую хорошую по-настоящему атаку от банка ВТБ. Спустя почти 5 минут игрового времени.
Аут вводит ВТБ. Хороший очень остроумный удар. Розыгрыш углового. Запрос на Маданисенко. Удар, гол. Очень хорошо, грамотно разыграно. Маданисенко сыграл столбами, мяч обработал, сделал короткую передачу. И после нее сразу без обработки был нанесен другим игроком. Удар 1-1. 1-1. Отбор Бонадисенко. Ну, если бы удалось мяч сохранить, было бы вообще великолепно. А так работал для вратаря. Численным преимуществом Маескин вернулся уже третий защитник. Все больше становится ударов. Рядом со штангой. Маяск пытается позиционно покатать мяч. Рукавникова обыграть один в один непросто. ВТБ с мячом. Идет последняя минута первого тайма. Маэск пытается завершить первую 10-минутку в атаке. Насыщенные мы смотрели с вами первый тайм. Были забиты мячи в исполнении тех и других. Много действий, немного ошибок. Мяч хорошо держится в поле. То есть есть именно футбол. Все, перерыв. Вот
Второй тайм без рукавника. Бонадысенко тут после розыгрыша углового придумывают сразу чудо-гол. Как вовремя мы включились в обзор матча. 2-1. Банк ВТБ, уступая по ходу встречи 0-1. Все-таки склоняет чашу весов на свою сторону. Смотрим, что будет делать Маэск. Пока такая очень размашистая, широкая атака. Ну, отбор банкиров. Здесь ошибка. Удар. Гол. Гол. С острого угла забит мяч. И буквально минута, даже меньше потребовалось маэсковцам для того, чтобы счет сравнять. Рукавников, отбор у него получился. 3 в 3 атака банка ВТБ. Так просто защитника не пройти. Даже без Рукавникова. Вот здесь вот выход 1-1. Есть партнеры, неточная передача. Очень азартный футбол. Снова впереди банк ВТБ 3-2. Ну просто голевая феерия. Рекорд у меня 5 мячей забито. До этого больше 3 в одном матче мы не видели. Едва не дотянулся Бонадысенко до мяча. Снова очень широко действует Маэск. Это правильно. За счет вот этой вот ширины и задействования всей площадки удалось им второй мяч забить. Просто растащили оборону банка ВТБ по флангам. Создали пространство. И вот практически получилось это повторить. Надысенко один. Сразу ударил. Перехват на чужой половине поля. Защитник исправляет ошибку партнера. Удар мимо. Через небольшую минуту до конца матча. Очень насыщенная игра. Когда много мячей забито, еще обиднее проигрывать. Поэтому Маэск,
естественно, будет прибавлять. Удар, но здесь прям по центру летел мяч. Вратарю было несложно с этим ударом сдюжить. А здесь уже было сложнее. И... Нет, вратарь не коснулся мяча. Маэск собирается брать тайм-аут. Вот намерены были брать маэсковцы тайм-аут, но мяч никак в пределы поля не покинет. Удар. Да, вот теперь тайм-аут. Вернулись команда на поле, получив наставление от тренеров. И вышел пятый болевой игрок у Маэск вместо вратаря. Усиление. До этого команда смотрелась неплохо. Сейчас должны смотреться еще лучше. Главное не терять мяч. Банк ВТБ не впервой, даже по сегодняшнему играть против пятерых полевых игроков. И «Газпром Энергохолдинг» на этом обжегся, поскольку, проигрывая 0-1, выпустили пятого полевого и в результате пропустили и второй, и третий мяч в свои ворота. Впереди еще последняя чистая минута. Уверен, у Маэска ходит мяч, не ошибаются они, но нужно как-то обострять. Даже вспоминая игру в большинстве «Газпром Энергохолдинга», они моменты создавали каждые, ну, секунд 15, пожалуй. Тут один без рукавников на положенную дистанцию. Еще один угловой. Давай.
Последние 7 секунд. 3-2 по-прежнему. Банк ВТБ ведет. Две секунды, но на угловой хватит. Здесь время уже только на фактически прямой удар. Все. 3-2 победа банка в ВТБ.